Мы создали такой сервис доставки, который не сильно отличается от обычного похода в магазин. Вкусвилл – это бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной онлайн-доставки. Сегодня мы развиваемся в гибридном формате. Мы продолжаем открывать офлайн-магазины, осваивая новые регионы, и, конечно же, мы развиваем нашу бесплатную доставку, открывая новые дарксторы, благодаря которым мы расширяем зоны доставки и сокращаем время. Сегодня мы представлены в 158 городах России. В них, в поселках и зонах вокруг них осуществляется наша бесплатная доставка. Идея доставки у нас зародилась в 2019 году, но основной рост и понимание, что нам нужно двигаться именно в онлайн-направлении, пришло к нам во время пандемии. Покупатели стали массово оформлять заказы, и наше приложение, которое у нас было на тот момент, к сожалению, даже не справлялось с ним. И мы сделали новое приложение и запустили доставку. Изначально все наши заказы собирались и доставлялись из офлайн-магазинов. Но через какое-то время мы открыли для себя новый формат – это дарксторы. А дарксторы – это склады, которые работают только на онлайн-покупателя. Сегодня у нас их более 165, и более 85% заказов доставляется именно с дарксторов. Мы предлагаем бесшовный переход для покупателя из офлайна в онлайн. Это быстрая, качественная и бесплатная доставка. У наших сборщиков есть определенные нормы сбора. Благодаря этому я могу с уверенностью заявить, что все заказы, которые собирает сборщик, он собирает как себе. В ассортименте Вкусвилла представлено более 10 тысяч товаров. Это как и базовый ассортимент, и эксклюзивные товары, доступные только для онлайн-покупателей. К примеру, у нас есть еще проект «Сгоряча». Это темная кухня, Dark Kitchen. Темная кухня, расположенная на складах Вкусвилла. Там наши повара готовят по заказам онлайн-покупателей свежие блюда. Также у нас есть свежесваренный кофе, выпечка и товары от партнеров, такие как аптеки, цветы и рестораны. Покупатель может оформить заказ любым удобным для него способом. Это мобильное приложение, сайт или даже звонок по телефону. Заказ попадает нам в систему и распределяется на сборку. Далее назначается сборщик, и перед началом сборки ему рисуется оптимальный маршрут, благодаря которому он собирает заказ быстрее. Среднее время сборки у нас 5 минут. Сборщик, собирая заказ, учитывает все пожелания и комментарии покупателя и, конечно же, сверяет сроки годности. Если в заказе чего-то не хватает, то сборщик звонит покупателю. Если указано в комментарии «не беспокоить», то просто удаляет товар из чека. Далее заказ попадает в зону выдачи. Оттуда его забирает наш курьер. Наши курьеры доставляют либо на автомобилях, либо на велосипедах. Конечно же, с соблюдением всех норм и правил перевозки, и хранения товаров, и главное, правил дорожного движения. У нас присутствует несколько сервисов доставки. Во всех городах присутствие у нас бесплатно 2 часа. В Москве в пределах МКАД у нас бесплатный сервис 1 час. Также ускоряемся в других городах и регионах. У нас присутствует ночной сервис доставки. Также есть и платный сервис, это экспресс. 149 рублей и доставка за 30 минут. И хотелось бы отметить нашу поселковую доставку, это загородная доставка. Это сервис, который у нас присутствует круглогодично, но хотелось бы отметить в преддверии майских праздников и летнего сезона. Зоны покрытия достигают до 100 километров. Этот сервис включает из себя 4 часа доставки бесплатной, но мы здесь ускоряемся и доставляем уже в основном части за 3 часа. У нас присутствует также поселковый экспресс. Это доставка за 2 часа за 199 рублей. У нас есть удаленные зоны доставки, где присутствует слотовая доставка. В обеденное время с 12.00 до 15.00 и вечернее время с 18.00 до 21.00. И она тоже бесплатная. Мы определили эволюционную цель – полезная еда для здорового питания доступна каждому. В это понятие мы вкладываем работу с продуктами, чтобы их составы были всегда качественными и натуральными. И также мы работаем над тем, чтобы они были доступными. Если вы предприниматель из Москвы и хотите, чтобы о вас узнали, наведите камеру смартфона на этот QR-код. И мы сделаем так, чтобы о вас говорил весь город.